И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы поговорим о российской биатлонистке. 31-летняя биатлонистка Ольга Вилухина родила сына утром 5 мая 2019 года в родильном отделении городской больницы номер 1 в Новосибирске. Об этом известила знаменитая спортсменка и опубликовала фото бирки, какие завязывают в роддоме на ручках новорожденных, в своем инстаграм. Мальчика назвали Ромой. Вес 3,230, рост 51 сантиметр. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше, ты наше счастье и смысл жизни, прокомментировала Ольга Вилухина фото бирки с данными малыша. Ольга Вилухина хорошо известна любителям биатлона. Она заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка страны. Ольга прославила свое имя на чемпионате мира 2012 года и на зимней олимпиаде в Сочи в 2014, где ей удалось завоевать серебро в женской эстафете и спринте. На зимних олимпийских играх в Сочи 2014 года Ольга завоевала две серебряные медали в спринте и в эстафете. Однако в 2017 году решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и отстранена от участия в Олимпийских играх. Напомним, что муж спортсменки – ее личный тренер Валерий Иванов. Он тренировал ее 15 лет. Иванов в прошлом профессиональный биатлонист, который принимал участие в Олимпиаде в Нагано. А нам остается поздравить Ольгу Вилухину с рождением сына, а малышу пожелать, чтобы он рос крепким и здоровым и радовал своих родителей. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!